выдающемся человеке. Его тоже было упомянуто, что в Петербурге тоже откроют памятник Михаилу Калашникову. Вот такая будет бронзовая фигура. Установят возле военно-исторического музея артиллерии инженерных войск связи. Памятник скульптора Владимира Курочкина увековечит автора знаменитого автомата АК-47, фронтовой гимнастерки, как вы видите, и именно с этим автоматом. Ну что ж, очень хочется верить, что студенты военмеха примут участие в открытии памятника легендарному человеку Михаилу Калашникову. Не правда ли? Ну а сейчас, по случаю Дня артиллерии, на сцену приглашается творческий коллектив ВМК-студия военно-учебного центра. Выходите, выходите, ребят, не стесняйтесь. Встречайте их аплодисментами. Как вы понимаете, это они вечерами, как и ранее было, да и во многих кинофильмах показано, когда военнослужащие вечерами собираются в кубриках и творят чудеса в искусстве. Ну, а этой творческому коллективу ВМК-студия военно-учебного центра военмеха помогает творить творческие чудеса художественный руководитель, капитан первого ранга Дюдяев Кирилл Николаевич.